Я приветствую всех любителей вязания у себя на канале. И в этом выпуске, девочки, я поделюсь с вами своими покупками новыми. Расскажу о новых моточках пряжи. Ну и, конечно же, это не просто покупки. Это какие-то будущие проекты, какие-то будущие изделия, которые мы с вами будем вместе в дальнейшем вязать. У нас не будет с вами сегодня классического вскрытия коробки. Коробка была такая большая, что я ее еще в сдеке открыла и переложила все в пакет. Ну а пряжа моя пришла из магазина пряжа.су. Кто со мной уже давно вяжет знакомый с этим магазином и у меня есть специальный промокод в этом магазине вы его сейчас увидите в углу экрана по нему вы сможете получить скидку 5 процентную скидку в этом магазине и так пряжа су суш тоже мне прислали в этот раз я начну с покупки номер один для меня почему покупка номер один сейчас давайте я достану сперва берем пока их пакет я впервые покупаю такую колоритную атмосферную пряжу. Это ручное окрашивание, это шерсть, это мерину Супервош, по-моему, называется, да. То есть Супервош, кто не знает, я, например, раньше не знала, можно стирать в стиральной машине. Я, конечно, вряд ли на это решусь, но производитель утверждает, что так делать можно. Пряжа это из Перу, из далекого Перу. И каждый моточек, каждая партия, серия, или как они делают, в общем, окрашивание идет вручную, очень как-то точечно, специфично, и каждые моточки получаются интересного окраса. Я, правда, не знаю, как они эти мотки разделяют потом по цветам, потому что, смотрите, я взяла три мотка, цвет 690, проверяем, 690, 690. Ну, зрительно, я думаю, вы можете отметить, что этот моток гораздо ярче, чем вот эти два. Например, эти как-то еще похожи, да, Вот этот гораздо ярче. Но для меня уже испытание, как это превратить в обычные мотки, ну, с этим как-то разберусь. А в изделии буду вязать образец, сейчас вам обязательно покажу еще образец. Посмотрим, как отличается вот это полотно от этих. Буду как-то комбинировать в изделии. Мы свяжем из этого, я уверена, получится что-то очень красивое. По ниточке давайте подскажу. Значит, у нас 100 грамм. Такой вот скрученный моточек. 100 грамм. И у нас... Сейчас, секунду. Так, вот. 385 метров. Будем пробовать. Следующий лот, следующая моя покупка, это хлопок. Я была э, сражена на повал сразу же его цветом. Причем, знаете как, очень часто, вы знаете, на сайтах бывает изображение искажено, цвета искажены. Я специально написала девочкам в Инстаграм, вы тоже можете так сделать, если у вас работает. В Телеграм, кстати, я писала в Инстаграм, чтобы меня сфотографировали моток, не постановочный кадр для сайта, а обычный, обычный фотоаппарат, чтобы увидеть цвет. И цвет э, реально совпадает с тем, что мы увидим на сайте. Один в один. Яркий, желтый, насыщенный, причем желтый-лимонный такой. Мне очень нравится этот цвет. Мне он очень идет э, смуглым, э, со смуглыми волосами, со смуглой кожей девочкам. Очень подойдет этот оттенок. Давайте смотреть, что за ниточка. Так, итальянская коллекция Бетти 100% мерсеризованный египетский хлопок. На 50 грамм у нас 125 метров. А, ниточка скрученная, смотрите, так хорошо скрученная. Сейчас мы рассмотрим с вами повнимательнее образец тоже у этой пряжи. Следующий лот наверняка многие узнают, особенно те, кто вязал со мной льняной а, топик с ажурным рисунком по спинке. Мне настолько понравилась эта ниточка, что я приобрела ее еще раз я взяла, посмотрите, какие приглушенные, припыленные, красивые цвета. И они очень-очень похожи. Они плавно переходят друг к другу. Такой градиент. Вот смотрите, вот этот оттеночек у нас 0,25. А вот это оттеночек 107. Вот насколько сейчас изображение очень похожи они. Но вот этот немножечко поярче. И компанию к ним я взяла оттенок 042. Вот такое у меня будет сочетание. До конца я еще не продумала, как я буду технически воплощать эту идею. Но это будет что-то сложное, геометрическое, ажурное какое-то платье. Хотя у меня планы могут поменяться еще сто раз но я хочу сделать именно переходы в этом изделие. изделие такой градиент скорее всего буду вязать крючком но еще подумаю возможно и спицами эту ниточку многие уже знают так давайте на всякий случай значит сто процентов лен называется она флакс на 50 грамм у нас 200 метров единственное что я замечала когда вязала льняной топ Здесь производитель все-таки не в большую сторону наматывает, да? указано плюс-минус 5 грамм 10 метров. Все-таки у, у меня все моточки оказались в меньшую сторону намотаны. То есть продумайте этот момент, а если вы знаете четко, какое количество вам нужно, в моточке все-таки чуть меньше чем 200 метров. Вот на, те, на, самое, на, те, на те самые 10 метров и 5 грамм. Ну, мне так попались, по крайней мере. Тоже сейчас я вам покажу образцы все. Итак, вот этот тот самый льняной топ, я вязала его из золотистой, такой телесного цвета пряжи в две ниточки он связан. Что ниточка достаточно тоненькая, я в этом изделии взяла в две нити. Когда вы будете ее вязать, узор будет сперва очень-очень гадкий, сжатый, кривой, некрасивый. Но как только вы отпарите, как только вы постираете вещь, нитка становится мягкой, петельки занимают свое исходное первоначальное, не первоначальное а окончательное положение распрямляются а одна друг к дружке каким-то неведомым чудным образом становятся ровными и получается вот такое вот полотно такое вот изделие на моем канале есть мастер-класс такого топа да вы можете его связать вместе со мной я хочу обратить ваше внимание еще на один моточек пряжи. Я о нем признаюсь, рассказывала в прошлый раз, прошлую свою покупку показывала вам из прошлой посылки. Дело в том, что с этой пряжи э, я уже почти связала изделие, и я его покажу вам в первую очередь. То есть с этими ниточками я в первую очередь вам покажу готовые уже изделия. Там у меня только проекты пока, да, то что вот я вам показываю. А здесь уже почти все готово. Я напомню, что это Uh, пряжа Siam, называется Dear Fine. У нас 45% хлопка, 15% лен, 40% вискоза, моточек по 50 грамм, длина нити 210 метров. И мы с вами уже вязали uh, рисуночек вот такой вот. Посмотрите, я тут и лицевую гладь пробовала. Полотно получается очень мягкое, нежное. Здесь оно у меня уже постирано. Uh, ниточка уже выпрямилась. Так, я тут и резиночку пробовала вязать, и сетку. Уже догадаетесь, почему? Потому что из разных этих сеток, ну что-то где-то будет присутствовать в моем новом изделии, да? Которое я вам в ближайшее время уже совсем скоро покажу. Поэтому на, не, на этих ниточках, на эти ниточки обратите ваше внимание по, по, побольше, поподробнее. Останавливаюсь. Ну вот и что мне делать? Вот вот так вот его разматывать, похоже, да? Девчонки, кто умеет это делать? Напишите мне, как вы это делаете. Я не знаю, табуретку какую-то переворачивать или что? Как его наматывать? Девочки, я, конечно, прошу прощения за вид моих ног. Но мне уже жизнь показалась долгой. Смотрите, я придумала вот так вот на коленке одеть, так гораздо быстрее получается. Знаете, я могу рассчитать какой-нибудь сложный свитер, какие-нибудь расчеты сделать. Но такие простые вещи, например, я не знаю, как делать. Напишите, как вы это делаете. Осталось чуть-чуть, и сил моих больше нет, конечно. Ну что, одну скрутку я таки победила. На еще на две штуки, я не знаю, как меня хватит, наверное, не хватит. Давайте попробуем сделаем образец, покажу вам образец. Итак, я связала для вас несколько образцов. Я специально перемотала два мотка из трех, потому что вот этот моток, помните, мне показался. Ну, я думаю, вам тоже несколько ярче, нежели вот, вот эти два. Хотя цвет, напоминаю, у них указан одинаковый 690. 90. И смотрите, что у меня получилось. Вот этот образец связан лицевой гладью. Вы видите, вот этот уровень, вот здесь начинается у меня ниточка от нового моточка, вот этот уровень связан вот этой расцветочкой, вот этот уровень более яркой. Вот переход не очень очевиден, но все-таки он есть. Есть, конечно, да, есть. То есть мне предстоит э, такая задачка, пазл, как э, связать изделия так, чтобы у меня вписались все эти три моточка? Вообще, конечно, очень пестрый, очень яркий, вы незамеченно не останетесь в таком ярком изделии. Ну, вот, что-то какой-то, или кардиган, мне хочется, или V-образный удлиненный джемпер. Еще не знаю, что конкретно. Еще посчитаю, что у меня по ниточкам замерю, сколько у меня уходит э, пряжи. Может быть, рисунки еще новые попробую. Хотя, знаете, здесь рисунки никакие не хочется. Только лицевую гладь. Потому что настолько он пестренький, настолько яркий. Образец не постиранный. Посмотрите, как ровно ложится ниточка. Ниточка, она как бы воздушная. Вот, смотрите. Вот, видите, какое волокно. Мне кажется, сейчас я постираю его, она распушится еще больше. А я обязательно постираю образцы и покажу вам еще постиранные. Так, хорошо. Следующая пряжа цвета вырви глаз. Я, я не могу, я не знаю, как вам, меня просто так радует глаз этот яркий желтый оттенок, он просто волшебный. Итак, посмотрите, тоже образец связан э, спицами 2,75. У меня и этот образец связан спицами 2,75, и этот, вообще, мой любимый универсальный размер спиц. Немножечко есть ощущение, как будто бы у нас э, шнурочком связан, да, как ниточка скрученная. Ну вот образец не постиран, практически ровно я его связала за исключением вот небольших недостатков, да, изнаночная гладь. Ну я здесь не поленилась, связала классическим способом, оборотную сторону и здесь и здесь. Яркий насыщенный цвет. Единственное, что здесь я вам скажу, что острыми спицами вязать тяжеловато, острая спица про проходит сквозь вот эти вот ниточки, лучше брать более спицы с более тупым кончиком. Сейчас постираем тоже, посмотрим, как образец будет, насколько мягоньким, насколько он изменится. Так, это у нас, значит, ниточки Бетти. И давайте рассмотрим еще один образец из льна. Я образец в этой же очередности, самый светлый, чуть-чуть потемнее и самый насыщенный темный оттенок. Ой, признаюсь, лентяйка, я изнаночные петли вот здесь вязала бабушкиным способом. Вот этот образец кусочек образца уже классическим, потому что, думаю, ну уж совсем что-то криво все получилось. Но вообще, даже когда мы вяжем классическим, эта ниточка на старте очень кривая. Я еще раз напомню, кто вязал со мной вот этот льняной топ, я показывала вам в видео, насколько был кривой ужасно расположенный рисунок, настолько изогнутая, прям вот нитка как проволока была лежала, и насколько преобразился рисунок после стирки. Мы сейчас тоже с вами постираем это и посмотрим, что получится. Образец связан тоже на спицах 2,75. Поэтому первоначальную вот эту вот кривизну, пусть она вас не пугает, все потом чудесно в тени, может быть, расправляется и меняется. Но вот оттенок, вот вот эти два оттеночка практически неуловимы. Вот едва-едва вот вот граница вот здесь проходит. Еще свет дневной, яркий. Даже не могу поймать вам эту разницу. Вот-вот-вот она видна незначительная. Но, скорее всего, это будут какие-то блоки ажурных рисунков. Я их буду чередовать из светлого потемнее и более темной нити комбинация будет ажурных рисунков. Ну что, девочки, заключительный этап знакомства с пряжей, с моей. Я постирала все образцы, высушила их. Они стали еще более ровными, мягкими. Вот эта пряжа немножечко вспушилась, распушилась и как бы набухла. Да? Вот я вам показывала вот эту скрученность и пряжа, вот это волокно чуть-чуть набухло. Возможно, после еще нескольких стирок набухнет еще больше. Отпаривать не пробовала, не стала. Эту шерсть оставила так, как есть. Ну, вот такой вот шикарный пестрый образец. Придумывайте, может быть, вам понравится. Понравился он. Давайте я еще разочек проговорю. Значит, для тех, кто был невнимателен в начале, и только сейчас, к концу видео, вам понравилась эта пряжа. Вдруг. Итак, Малабриго. Пряжа Малабриго. Цвет 690. Конкретно на этот артикул моя скидочка по моему промокоду не распространяется. Пряжа достаточно дорогостоящая. Есть еще несколько артикулов, на которые скидка не распространяется. Я их укажу в описании к видео. А также я в описании укажу сразу же ссылку на эту пряжу, чтобы вам легко было очутиться сразу же в магазине. Итак, ну я вам еще знаете, что хочу? Давайте посчитаю вам плотность вязания. Возможно, кому-то легче уже будет рассчитать.

то это будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 рядов. Где-то так, в 5 сантиметрах, да? Я тут десяточку не довязала. Где-то желтый образец. Тоже постиранный. Петельки выровнялись. Смотрите, еще ровнее стало. Он и так был ровно ложился, а тут еще ровнее стало. А мне нравится, что это полотно не косит. Совершенно ровненько лежит. Это хорошо, это хороший показатель. Ниточка удачно скручена. Так, ну давайте я тоже хотя бы э, замерим в 10 сантиметров сколько у нас будет. Так. Ну, вот как раз 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 петли. 22 петли. Ну и в 5 сантиметров давайте замерим вместе. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 петель. Но в 5 сантиметрах, девочки, не в 10. Не стала большой образец вязать. Я напоминаю, что это пряжа Бетти. Оттенок. Так, кстати, где тут цвет указан? Цвет номер 37. Ссылка будет тоже в описании. Вдруг вам понравится, захотите точно такую же пряжу приобрести. Наконец, последний мой образец. Ой, знаете, мне каждая ниточка так нравится. Посмотрите, как преобразился лен. Вот все-таки не ленитесь, вяжите изнаночную сторону классическим способом, даже в образце, чтобы насладиться. Я постирала и отпарила. Конечно же, пряжа стала гораздо ровнее, гораздо мягче. То есть, насколько ниточка жесткая, вот она, видите, она как проволочка, она совершенно не эластичная, прямо сухая. Ну, это лен И насколько мягче она стала после стирки. Так. Ну вот едва-едва ощущается вот этот оттеночек, переход. Я напомню, что самый светлый тон. Самый светлый тон это будет 107. Сейчас покажу. Вот это был самый светлый тон. Это 107. Средний оттеночек это у нас будет 0. Так, сейчас. 0,25 тон. И самый темный, насыщенный, это будет оттенок 0,42. Ссылки тоже оставлю на каждый моточек, на каждую пряжу. Так, ну давайте посчитаем тоже. Везде у меня спицы 2,75 я использовала. Так, ну чтобы может кому-то сориентироваться, пригодится. Так, вот 2,4,6. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 петли на 10 сантиметров у нас. Давайте ряды тоже посчитаем. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12 рядов в 5 сантиметрах. Хорошо. Ну и ниточка, на которую я обратила ваше внимание в связи с тем, что изделие уже почти готово. Я хотела оттенок вам найти. У -у -у. Там есть белый цвет и есть молочный. Так вот это будет молочный цвет. Возможно, вот это указатель цвета. Но я вам дам ссылку. Тоже ссылку оставлю на эту пряжу, на пряжу Сиам. И мы скоро что-то очень-очень красивое вам покажу из этой пряжи. Пока, я пускай это будет секрет. Ну, мне все очень понравилось. Жаль, что у меня не три, не четыре пары рук. Я бы одновременно вязала несколько изделий. Потому что невероятно, очень не терпится результат увидеть. Что же получится из такой чудесной пряжи. В общем, мне мои покупки понравились. Я довольна. Спасибо магазину пряжа.су. Еще раз напоминаю, что по промокоду, по специальному промокоду, я укажу его в описании. Вы его видите сейчас в углу экрана. Вы сможете получить в этом магазине скидку. Скидка действительно до сентября. Тоже я подробности акции все укажу в описании. Так что не пропустите, принимайте решения, делайте классные покупки и вяжите с удовольствием.